Записываем. Записываем. Всем бурдюк, с вами Глюк, друзья. И сегодня у нас с вами будет тест на психику смешными моментами из GTA. Да. И что ж, поехали. Ох, тяжелая эта работа. Вот тяжелая вообще. Нормально. Нет, 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 не подходи, не подходи. Ну что ж ты, ну что ж ты, серьезно? Тихо. Хрен, подожди, не в башку убился просто. Так, все, у нас по стандарту три попытки. Три раза я заржу, значит, с психикой вообще не лады, и все, и мне в клинику мне надо. Да. Да ладно. Да ладно. Слышь? Это куда он? Какого он полетел там сам? Вау! Это шанс один на миллион, ты глянь. Хренакс! Вот это да. Круто. Яйки больно. Жесть. Так, я, по-моему, вторую попытку просрал. Неважно. Нормально, нормально. Все хорошо, все хорошо. Финишная линия. Да ты ж мудила, ты глянь, вот это... Во, бесит, а. Просто едем. На ограбление приехали. Вот мы так с Леоном на ограбление приезжали, когда проходили эту миссию. Вау. Это так трогательно. Это так трогательно. Расставание. Расставание со своим мотоциклом. Он землю поцеловал. Блин, там фар замес дороже, да. Чё за? Чё за? Серьёзно? А так можно? Нормально, нормально. Ещё одна попытка этого челленджа есть, так что нормально. Ну давайте смотреть, что там дальше. Обычная разборка с копами. Птичка там, птичка. Fatality. Женщина просто в экстазе от такого. От прикосновения трупа. Нормально? Улетел. Происходит. Да вы дебилы, что ли, там? Вы чё? Да вы тупые кретины, блин. Опаньки. Опаньки, попопаньки. Ну вообще, чувак, вот прям не повезло, просто вот самый вот. Чё-то пролетело сверху. Вау. Вау. Ну так. Ага, ага. И ускользнул. Смылся с гонки. Он просто трусливый, понимаете? Да ладно, как ты мог там убиться просто? Я просто похлопаю. И на ноги. Житуха бандюгана.
Ну, это у меня бывало постоянно, вообще постоянно. Давай, надо купаться в бассейн. Там, где водичка, там должна быть лодка, даже в бассейне, нормально. Вау. Фига себе, он выгнул. Глупая женщина. Житуха бандюгана, да? Что происходит? Что происходит? Эй! Чё вас так дофига-то, ну? Ты глянь, что сделают, а ты нахрен все затолкали. Просто в жопу все затолкали. Вы чё? Ненормальные менты какие-то. Тыц, тыц, тыц. Нормально. Это было сложно, но я удержался. Теперь это не такси. Он сшиб шашечку сверху. Чё? Вы серьезно? Чё за... Самолет откуда там? Чё? Чё это было вообще? Вау-вау, вот вид от первого лица вообще всегда шуготный какой-то. Ты глянь, чё творит? Отлично, просто экшен. Муа, 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 красава, да. Улетел. На. Наскука. Наскука, говорю. Получай. Ты не пройдешь. И ушел на отпас. Неудачник хренов, блин. Вот конец так всрал просто. Вот это что вообще такое, а? Нормально. Сколько там у нас? Чё? Колеса украли, ты глянь. Ты глянь, у нее колес нету. Воры! Серьезно? Прям охранник кунг-фуист какой-то. Пыньк. И... А, ну это он прилетел, я понял. Не, ну нормально, короче, он... Да он же не виноват! Он же вообще нифига не виноват, он же сам подлез. И начинают по нему палить. Так, с инвалидами. Китайская GTA. Я только что видел китайские иероглифы. Это китайская GTA была? Вау! Прыжок веры! Там сено интересно есть? Стоп! Знаки стоп останавливают! Прям символично так. Только не говори, что ты убьешься сейчас об дверь. Да ты... Дебил! Ну ты тоже премию Дарвина. Пожалуйста, человеку премию Дарвина выписать просто. На тебе. Чё? Это все из-за дьявола, который там стоял. Вау. С
сам убился, серьезно? Ну и ладно. Вау! Это как? Это... Чего? Эти глюки в GTA порой жутко упоротые. И сразу машина! Жопой водил, блин. По нему жопой поводил. Чё это? Чё за... Там машина внутри, серьезно, это как? Продул. Еще один фейл. Еще один фейл. Четвертый фейл. Заколебали сбивать. Давай еще пятый. Сейчас давай кто-нибудь еще. Вот, молодец, пятый. Ненавижу, когда такое происходит. И когда вот такое происходит, тоже ненавижу. Вау! Он еще жив. Тачка на прокачку. Ах ты ж мудила, тачку разбил. Гребаный мудак, припарковаться не смог, а? Ну кто так летает, а? Вот кто так летает? Вот что это такое, ну? А вот это уже тебе повезло. Фига себе. Это что было сейчас? Лос-Сантос опасное место, а потом хренакс такой. Да! Все, последний видос, и мы останавливаем. Лайк за приземление вообще. О, нормально. Чё за... Не свезло, ребятка. Ну все, друзья, на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось, то поделитесь этим роликом со своими друзьями. И еще у меня есть прикольная новость. У меня есть еще один. Я недавно открыл еще один канал. Он посвящен смешным нарезкам из GTA. И это вот примерно то же самое, что вы сейчас видели. Только другие видосики. Вот, ссылочка на него будет в описании. Если захотите мне помочь, заходите, подписывайтесь. Вместе его раскрутим, будет круто, да. Вот, ну и все на этом. Все. Да, и кстати, напишите в комментах, как вы считаете, я... Проиграл, наверное, в этом тесте или выиграл? Наверное, все-таки проиграл. Ну, все-таки напишите. Вот, всем бобра. Ты подписаться должен на глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.